гость сегодня – лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7103 случаев в год до... Так, минутку. На улицах, ты говоришь, безопасно. А что... У меня хорошая память на лица. Развлечься хочешь? Я ищу Эвелин Паркер. Не знаешь, где она может быть? Бывала тут когда-то, но я уже давно ее не видела. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Какое миленькое есть. А? Хочешь почувствовать себя так же хорошо, как я? Сидим, значит, вчера в баре. 4 утра. Не понимаю, как... Эй, куда собрался? Там ничего интересного пусть нет. Пусть идет, это друг Джуди. Ага, пошли обратно. И начал стульями кидаться? Нет, представляешь? Хватит, хочу в реальность. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаю. Что мне с ними всеми делать? К нам всегда шли те, кому нужна помощь. Такая уж у нас репутация. Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут приют. Да ладно тебе, дай им шанс. Каждый из них может пригодиться. Дай немного времени, они все отработают. Отработают? Они до сих пор на ноги встать не могут. Для этого надо выбраться со дна. Погоди немного, может, они тебя еще удивят. Лучше пусть не пытаются. Угу. Сразу видно, что у нас тут все по-человечески, без пьянства. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Можно кое-что спросить? Не сейчас. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Я вроде ясно выразилась. Или что, намек был слишком тонкий? Вы мне чем-то напоминаете кочевников. Они тоже любят поговорить о поддержке и взаимопомощи. Классическое противоречие. Что важнее, семья или остальной здесь мир? Здесь клуб, и всем насрать на твое мировоззрение. Эта Сьюзи довольно пробивная дама. Ваш босс? Ты что, специально пришел выяснять, кто есть кто в шельмах? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал?
Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Настоящий профессионал. Я тоже получил пулю. Ой, да что ты. Для наемников риск — это часть профессии. Ты развлекаешься? По 100 раз спрашиваешь. Я ничего сложного не прошу. Просто скажи, где она. Почему скрываешь? Очень просто. Я тебе не верю. Конечно, я рисковал, как и мы все. Но Эвелин дала нам заказ и рисковала в первую очередь. Она с самого начала знала, на что идет. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Окей, ну допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я хочу узнать, кто ее нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Мегабашня? Статусное место. Стой! Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей. Я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Кукла. И почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет? А по-твоему, оно стало так само? Ты что, думала, в сказку попала? Не смеши меня. Чтобы быть женщиной... Ты же не к Эвелин пришел, а за виртами Джуди? Да? Годные штуки. Сама посматриваю.
козлы из городской администрации до сих пор не живут. Я слышал, ты вчера проводил акцию. И что это такое? Тут тебе не универ. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Это монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Произошли на трассах 1, 166 и 101. Свидетели считают... Тигриные когти считают филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более это Арасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это в рот ебал. Что, хорошее настроение? Не каждый день полумертвый чувак таскает тебя по борделям в поисках хер знает кого. Классно же, я развлекаюсь. С чего ты взял, что Джуди врет? Это называется интуицией. Знаешь про такую? Да, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. 12 тысяч человек погибло на месте взрыва, а количество умерших вскоре от воздействия радиации не поддается подсчету. Погоди-ка, по-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Ну, не совсем. В истории нашего города. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Подключитесь. Как тут все происходит? Моторными функциями куклы управляет алгоритм. Он превращает данные вашего профиля в ощущения в реальном времени. Поведенческий чип также блокирует воспоминания куклы о проходящем сеансе. То есть она ничего не будет помнить? Если я скажу «да», сеанс покажется вам бессмысленным. Только от вас зависит, насколько рискованно в нем участвовать. Хотите сказать, это не опасно, но риск все-таки есть. Что-то вроде того. Главное, он будет не таким, как вы ожидаете. Воу, а вы меня заинтриговали. Откуда вы можете знать, чего я тут ищу? Облака всегда знают. Мы находим ваши тайные желания. Вы получите то, чего хотите, и не только. Наш клуб существует, чтобы превосходить ваши ожидания. Я ищу Эвелин Паркер. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Подключитесь. Прости, она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару.
То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. Самурай. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в 9-й кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джонни? Облака — одно из самых безопасных мест в Найт-Сити. Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. Тебя ведь зовут Винсент? Эй, не молчи. Ви, просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви. О, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. У меня нет времени на диспуты. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Где Эвелин? Почему мне сказали, что она тут не работает? Когда ты ее видела в последний раз? Что ты знаешь? У Эвелин была своя история, которая стала частью твоей. Ты ее найдешь. Ты всегда добиваешься своего.
Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. А дальше что? Медитация? Что-то вроде того. Попробуй. Думаешь, ты меня хорошо знаешь? Окей. Тогда скажи мне, чего я боюсь. Есть то, что ты ото всех прячешь. Ну, значит, для этого есть какая-то причина. У всех свои секреты. Да. Ты должен сам ответить на свой вопрос. Не для меня, для самого себя. Я сдох один раз, а теперь подыхаю заново. Я еще и не знаю, как это остановить. Ну что, довольна? Ты боишься, потому что потерял надежду. Еще совсем недавно ты хотел стать лучше всех в Найт-Сити. Ничего не изменилось. Это главная цель моей жизни. Правда, у меня немного времени, чтобы ее достичь. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. Или ты боишься стать кем-то еще, кем-то другим. Те, кого я потерял, живы в моей памяти. Я тоже останусь в чьей-нибудь. Или стану мерзким голоском в голове чужого человека. Ты же понимаешь, что смерть — это не разрушение. Не конец всего, а перемена. Эта мысль может спасти тебе жизнь. Мне кажется, я на самом деле боюсь. Просто пытаюсь себя отвлечь, чтобы не думать о пустоте. Однажды я уже чуть в ней не утонул. Страх – это твое лучшее оружие в сражении со смертью. И что дальше? А дальше ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступала. Даже когда, возможно, стоило. В Найт-Сити можно с легкостью поймать пулю. Даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Не мешало быть собой. Добиваться своих целей. Не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря... Не оглядывайся назад. Если... Спасибо за все это. Так не хочется вставать. Никому не хочется. Но всему приходит конец. Самурай. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что нет. Помоги мне. Очень тебя прошу. Я просто хочу поговорить. Узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Тебе, может, в голову не приходило? Но жизнь у кукол не самая стабильная и безопасная. Сегодня ты тут, а завтра на улице или вообще в могиле.
А что-то необычное в последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Что за Том? Кукла, как и я, как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Что будете? Все равно. Хоть бы этот не пиздел, не по делу. Два сек... Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю, а... У меня нет твоих данных. Я даже не знаю, что делать. У тебя... Расслабься. Тебе не нужны никакие мои данные и личные профили. Я не клиент. Мне просто нужно поговорить. Именно с тобой, не как с куклой. Ты же Том, да? Ага. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе в подсобке. Только клиентам туда нельзя. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой. Да-да, я готов. У меня еще и железо новое. Мотоцикл, блин! А колеса это почетно кидался. А можно?
Эй! Клиентам сюда вход запрещен! Если трудно, закрой дверь с той стороны. Мотоцикл, блин! Ты же видишь, я очень занят. А можно? Я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол и охмурила какого-нибудь богатого оленя. Мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. Жопа такая же круглая. Остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Это же тебя зовут Дубманом. Теперь ясно почему. Ты тупой как пень. До тебя до сих пор не дошло, в какое говно ты вляпался. Говно? Какое говно? Думаешь, я трясусь при виде каждого придурка, который сюда заходит, да? Слушай, ты, дерево, типа задрал ноги на стол и можешь всех нахуй посылать? Отвечай на мои вопросы, а то кончишь с пулей в башке. Могу кончить тебе на лицо. Хочешь? Никогда не слышал, с каким звуком трескается череп. Не беси меня, а то я сейчас услышу. О-о-о, я уже обоссался от страха. Ты не помогаешь. Что теперь? Просто высмотри правду в его пустых стеклянных глазах. Или взломай деку. Да, точно. Пихнул ее Риперу. Ей сломали чип. Может, он отправил ее в починку? Рипер по кличке Фингерс? Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами.
Я должна вернуть. Я ничего не знаю, я просто тут работаю. Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическую службу. Не хочу делать массаж чужому эго. Это я одобряю. Ха, ну да. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Не преувеличивай. Я знаю много других способов. Ты только учти. Когти тебе этого не забудут. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви. Если бы я был предсказателем, то не оказался бы ёбаным чипом в голове живого трупа.
У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. Раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Что там в большом мире? Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Скажи, зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы? Или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Надо тебя игнорировать и все. Ты просто омерзительная галлюцинация. Возможно. А ты ходячий труп. Я могу подождать, пока твое сознание загнется, и забрать себе тело. Выродок ебаный. Но, как видишь, я решил тебе помочь. Надо только найти одну штуку. 6 букв начинается на М. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием Душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Я же видел воспоминания. Он тебя нехило отделал. Видимо, у нас больше тем для разговоров, чем я думал, но это не важно. Важно вот что. Когда душегуб превращает твой мозг в манную кашу, ты умираешь. Но твое сознание копируется в энграмму. Да, так ты и стал конструктом. Именно, молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Меньше слов, больше дела. Давай, давай. Я же вижу, тебе есть что еще сказать. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши.
Yeah.